Скоро лето, а это значит, что скоро будут очень актуальны солнцезащитные средства для лица и тела. Я постараюсь рассказать про каждый крем отдельно. Ну, не столько рассказать, сколько показать, потому что здесь все на английском, некоторые описания только на тайском. Более подробно про каждый крем я расписала уже в карте товара, уже добавила в наш ассортимент. Вот, а в этом видео я покажу, как эти кремики выглядят внутри и как они ложатся на кожу. Вот, здесь не хватает одного крема, не успела прийти доставка. Вот, но я решила без него записать, по нему я сделаю обзор отдельно. Итак, приступим. Начну я с крема, который я уже распаковала, уже попробовала и, в принципе, осталась довольна его свойствами. Это лосьон для тела на основе экстракта морских водорослей. Такая вот упаковочка. Вот я его уже немножко использовала. Вот я ношу его на шею, область декольте, на руки, на ноги. Вот здесь вот такой вот зеленоватого цвета кремик. Я все буду показывать на руке, потом буду ставить на паузу, ходить и снимать макияж. Да, потому что этот крем, он ложится на кожу достаточно ровно, вот зеленого цвета. Очень легко, приятно распределяется. Буквально за считанные минуты он становится практически неощутимым и невидным на коже. Вот все. Я его распределила. И кожа становится чуть-чуть светлее. Азиаты, да, они помешаны на белом тоне кожи. Поэтому все средства, которые я сегодня буду показывать, они делают кожу такой, как мраморная. То есть вот видно, в принципе, по разнице, что одна рука, она такая чуть-чуть розовенькая. Я просто недавно подзагорела немножко, поэтому у меня такой розовый цвет кожи. А вторая вот рука, она получается идеально гладкая, очень приятная на ощупь. Здесь вот, к сожалению, на этом креме не написано, какой у него солнцезащитный фактор. Но на личном опыте... Я этот крем, когда я выхожу на улицу с этим кремом, я не сгораю, то есть солнце меня не кусает, мою белую кожу, даже в Таиланде. Вот, по составу, сейчас постараюсь его показать, так чтобы было видно. Вот здесь вот описан состав. Вот, в целом достаточно, вот здесь и алоэ идет, и также здесь идет экстракт водорослей, и витамин Е. Вот, и много интересных также экстрактов. Вот также алтанин, отбеливающие ингредиенты, которые делают кожу, не только защищают от солнца, но также делают ее более светлой, убирают пигментные пятна и предотвращают ее появление. Вот. Как выглядит кожа с этим кремом при близком рассмотрении. То есть крема его практически не видно. Но при этом остается впечатление, что кожа чуть-чуть посветлее. Вот. Переходим к следующему крему. Сейчас я пойду отмою руку от этого и поедем дальше. Следующий крем – это крем с экстрактом арбуза. Сейчас вот в Таиланде есть прям несколько производителей выпускают средства для кожи по уходу с арбузом. Что я считаю, что это супер полезные вещества содержит шкурка арбуза и сам арбуз. Вот. Вообще DD-крем, что такое DD-крем? Это крем, который сочетает в себе сразу свойства нескольких типов видов крема. Он ухаживает за кожей, он ее омолаживает, питает, увлажняет. Также он защищает от солнца, и также он выравнивает тон и фактуру кожи, не только визуально, как вот простой тональный крем, но также и со временем кожа, она становится, то есть он не причиняет вреда коже, наоборот, он, маскируя недостатки кожи, он при этом ухаживает и заботится о коже. Я, на самом деле, пробник этого крема маленький брала уже и пробовала, мне очень понравилось. И вот тоже одна такая особенность этого крема, то, что очень важно наносить его именно на сухую кожу. Потому что если кожа будет влажная, он не ляжет, он начнет скатываться, не распределяться. Вот, вот этот крем, вот здесь вот картинка, что он водоустойчивый. Вот, ну, на самом деле проверяла, да, под дождь я под ним не попадала, но как бы сильно тоже не потею. Но в целом мне понравилось, как он лежит на коже. Сейчас вот откроем, покажем, как он выглядит внутри. Здесь такая упаковочка, то есть вот здесь вот срок годности у нас до 25 года. Вот сейчас мы это вскроем, снимем защитную оболочку и посмотрим, что у нас внутри. Потому что у меня был только маленький пробник, а здесь прям такая полноценная большая упаковка.
Вот, также обрати внимание на ингредиенты, что входит в состав. На самом деле состав мне очень понравился, потому что здесь кроме экстракта арбуза также входит и женьшень, и также сюда входит и витамин Е, и тоже куча всяких интересных экстрактов. Вот, в целом состав меня порадовал. Теперь смотрим, как выглядит у нас сам кремик. Вот так вот выглядит кремик. Такая вот упаковочка. Вот. И сама консистенция крема. Да, вот рука уже вымыта, высушена. Чуть-чуть буквально. Он такой белый. То есть, если предыдущий крем у нас был желтоватый, то это у нас немножко с розовинкой получается кремик. Вот, я его совсем немножко выдавила. И распределяем его по коже. Он вообще, он более легкий по текстуре, чем предыдущий. Потому что предыдущий он был для тела, а этот крем идет уже для лица. То есть он уже идет не только для тела, но также он идет для лица. На тело, в принципе, я думаю, тоже можно его использовать. Объем 40 мл. Вот. На зону декольте, шею, самое оно. Вот он моментально впитался, то есть кожа не липнет, и он прозрачный. То есть в целом он немножко тоже как бы маскирует недостатки, но не сильно. То есть он получается такой прозрачный, но при этом кожа не жирнится. У меня жирная кожа, это моя проблема. Кожа с ним не жирнится, в течение всего дня она выглядит свежей. Вот мне очень понравился по описанию, по составу вот этот крем. Здесь и астаксантин, и куча тоже других ингредиентов. Хотя у него такая смешная упаковка, да? Детская, яркая. Вот, здесь идет 100 грамм. Состав, давайте сейчас посмотрим состав. Вот у нас идет состав. Вот здесь идет астаксантин. Что я еще видела? Экстракт винограда, если я не ошибаюсь. А, да, экстракт белого винограда. Сюда входит астаксантин, экстракт белого винограда. Вот, алатонин, то есть он тоже глутатион, эти вот вещества, которые отбеливают кожу, убирают меланиновые пятна. Вот, при пигментации, как его вскрыть? Вот, сверху он запечатан, давайте его снизу откроем. Вот такой вот большой добротный тюбик. Вот, он позиционируется чисто как для кожи, но я на самом деле взяла его только потому, что здесь в составе астаксантин. Мне очень нравится этот компонент. Здесь 7 в одном. Здесь перечислено 7, что он делает. То есть он отбеливает у нас, увлажняет, охлаждает, защищает от солнца, водозащитный, долго держится и something. А, я забыла, как это переводится. Ну ладно, потом посмотрю. Так, смотрим. А, не смотрим. Он запаян. Здесь у нас мембрана, которую надо вскрыть. Без мембраны мы его не откроем. Вот, так что откручиваем. Вот, и смотрим, какой кремик внутри. Вроде как он беленький, это уже радует, потому что предыдущий... А! Да, он очень жидкий. Он легко выдавливается. Сейчас я закрою обратно. Надо было нажать, да, надо было открыть его с этой стороны, я этого не сделала. Так, подождите, я сниму браслет, потому что я много намазала и распределю сразу по всей руке. Вот, берем. О, он очень-очень легкий, как молочко. Очень легкий, как молочко. Очень легко наносится. Да, тоже очень важно наноситься на сухую кожу, потому что если кожа будет влажная, он не впитается. Он ляжет комками и все. Вот, наносим на руку. И рука моментально у нас побелела, стала прям прозрачная-прозрачная, кожа белая. Вот. То есть сразу на несколько тонов сразу же он осветлил кожу. Вот. Сейчас распределю, чтобы он впитался. Да, вот прям видно граница, где крем. То есть для тех, кто хочет создать вот эффект такой вот красивой мраморной белой кожи, фарфоровой, вот этот крем этот эффект создает, что вот сразу и венки у меня стали менее заметные, кожа сгладилась. То есть вот приятненько пахнет такими духами какими-то нежными, цветочными.
Причем такой ненавязчивый запах. Вот я не знаю, как это вот на кожу лица, но вот для тела, конечно, да. Очень приятненький крем. И вот реально, смотрите, граница. Что я здесь не размазывала. Ну, сейчас давайте размажу. То есть, да, его надо втирать прям в кожу. Тогда его практически не видно на коже. Но при этом кожа становится значительно светлее. Вот. То есть, да, вот как они показывают на картинках, на промоушене, оно так как бы и есть. Что кожа мгновенно побелела. Так что вот для любителей белой кожи, я думаю, что это хороший вариант. И реально такой приятно трогать, не липнет. Еще так комфортно, достаточно комфортно на коже. Так, идем отмываться и пробовать следующий крем. Так, у этого крема мне очень понравилась упаковка, состав, описание. Это один из самых дорогих кремов из линейки. Вот, срок годности до 9.23. Давайте сейчас распакуем, посмотрим. Покажу вам состав, потому что пленка она немножко бликует и не будет видно хорошо состав. Сейчас мы это распакуем, и я покажу вам, что внутри. Так, а внутри у нас, где у нас состав? Вот у нас состав. Такой большой, обширный. Но прямо по описаниям он был прям вау-вау-вау. Вот. Здесь вот у нас и цинк. Что-то у нас еще интересного. Так, у нас идет цинк, у нас идет молочная кислота, экстракты тут каких-то растений. Что здесь латинские названия, я, честно говоря, уже не помню, что конкретно сюда входило. Я это все переводила и добавила в описание. Вот, но помню, что состав меня очень впечатлил. Поэтому давайте смотреть, что внутри и как он ложится на кожу. Вот, потому что по описанию он прям должен быть вау-вау-вау. Из того, что я видела в тайском интернете, обзоры. Вот такой вот красивый флакончик, красивый дизайн, дорого-богато, как говорят. Вот, ну да, он самый дорогой по стоимости из всех кремов. Ага, здесь у нас дозатор. Этот крем идет как раз-таки для лица. Давайте смотрим. Так, я уже боюсь. Ну тоже, он не белый, он телесного цвета. Выдавилось сразу очень много, он как мусс. То есть он такой легкий мусс, который вот достаточно легко распределяется. И у него, похоже, я думаю, вот еще попробуем последний CBD. Но вот из всех, что я пробовала, у него самый такой лучше маскирующий эффект, который вот маскирует дефекты кожи. То есть он лег такой бархатным муссом на кожу. Кожа реально бархатная, то есть она вот не липнет. Прям такая нежная, бархатистая. Очень приятно пахнет. Вот, близко поднесу, чтобы было видно, как он тут же построился под цвет и фактуру кожи, при этом как бы сгладил. Вот, то есть тоже опять-таки же эффект вот этой фарфоровой кожи. Он даже у меня резкость на эту руку не наводится. Вот, эффект фарфоровой кожи. Приятненькие, приятненькие. Я не знаю, как он будет на жирную кожу, потому что он такой тоже. Вот видно, что он и питает, и увлажняет. Вот. Не забивает поры. То есть, вы видите, в порах его не видно. Очень хорошо лег. Очень хорошо все замаскировал. Вот. Себе такой, что ли, взять? То, что я эти кремики взяла, сейчас я их отправлю сестре. Вот. Ну, вот это меня на самом деле впечатлил, да. Достойная вещь. Да, вот потом какой-нибудь кремик на вторую руку нанести, потому что уже даже когда я сейчас смываю воду, я не знаю, какой из кремов так подействовал, но кожа на этой руке, она реально стала уже белее. Вот. Потому что у меня сегодня переизбыток отбеливающих кремов. Так что вот, если вы обладательница красивой белой кожи и хотите защитить ее от солнца, лица и тела, вы знаете теперь, какие средства вам в этом помогут.